смотрела на меня, как на прочитанную книжку. В ее глазах застыл вопрос, а на губах застыл ответ. Конечно, кто я для нее? Обычный питерский мальчишка. Мои глаза сказали да, ее глаза сказали нет. Книжки о любви, в них столько неправды, красивый сюжет за счастливым концом. Книжки о любви, не надо, не надо, мира на весь мир за обручальным кольцом. Я хочу бежать по первому снегу, сколько хватит сил, подальше от Москвы. Так же, как и я, Евгений Онегин ненавидел книжки о любви. Книжки о любви. Книжки о любви. Ее какой-нибудь пацан до дырка книжку зачитает и потеряв к ней интерес, предложит другу почитать. Вот только что там впереди она пока еще не знает, и столько горя и обид еще придется испытать. Книжки о любви, в них столько неправды, красивый сюжет со счастливым концом. Книжки о любви, не надо, не надо, пира на весь мир с обручальным кольцом. Я хочу бежать по первому снегу, сколько хватит сил, подальше от Москвы, так же, как и я. Правды, красивый сюжет со счастливым концом. Книжки о любви, не надо, пира на весь мир с обручальным кольцом. Я хочу